Hello, friends! Welcome to my channel английский с Ириной Дерюгиной. В этом видео я хотела бы вам рассказать, как по-английски называются пальцы на руках и на ногах. So, let's get started. Пальцы на руках называются fingers. Fingers. One finger and a lot of fingers. То есть один палец – это a finger. Артикль a обозначает единственное число. Ну и когда их много, соответственно, несколько, мы e убираем артикль единственного числа и добавляем окончание s, окончание множественного числа. So, a finger and fingers. Как же они называются? So, this one, большой палец, is a thumb. Thumb. Очень интересные идиомы есть, связанные с данным словом. To be under a thumb. Дословно она переводится так – «быть под большим пальцем». Но мы, конечно, так не будем переводить, и будем переводить более литературно, и получается «быть под каблуком». He is not independent in his decisions. He is under the thumb of his wife. Он не независим в своих решениях, он находится под каблуком своей жены. So, once again, it is a thumb. Thumb. B is not pronounced. B не произносится в этом слове. So, this one is an index finger. Index finger is указательный палец. Then, this one is a middle finger. Middle finger – средний, получается, палец. В середине, middle – это средний, соответственно, middle finger – это тот палец, который находится в середине. This one – безымянный in Russian. In English, it is a ring finger. So, once again, a ring finger. And then, the last one is a baby finger. A baby finger is мизинец. Let's revise it. This one is a thumb. This one is an index finger. This one is a middle finger. This one is a ring finger. And this one is a little finger or a baby finger. A baby finger is much more beautiful. Ну, достаточно красивый такой baby finger. Мне больше нравится, например, чем little finger. Okay, so these are fingers. Ну, вот это все о пальцах на руках. И мы помним с вами, что пальцы на руках – это именно fingers. Пальцы на ногах – это не fingers. Один палец на ногах – это будет a toe. O-E дают, соответственно, O при произнесении. So, it is a toe. A toe – это один палец на ногах. Toes – несколько, много пальцев на ногах. One is a toe, и у каждого свое название. Самый большой палец называется a big toe. A big toe. Второй, следом за большим, называется the second toe or the long toe. Then the third toe – это третий, средний палец. Or it could be the middle toe. The fourth toe, четвертый, and the fifth toe, пятый палец. The little toe, ну, или the baby toe. So, these are the toes and the fingers. Ну, давайте вы вспомните сами, я вам буду показывать палец, а вы будете вспоминать, как он называется по-английски. Ну, на ногах, естественно, я вам не буду показывать палец, но на руках покажу и вспомним с вами вместе. So, this one is called... Yes, right, a thumb, a thumb. This one is called, think yourself, a baby finger, yes, right, or a little finger, yes. Then this one is called, think yourself, so this one is called an index finger, yes. Then this one is called, think yourself first, безымянный. A ring finger. And this one is called a middle finger. Yes, right. So that's all for today. That's all with this video. I hope the information was helpful to you. Bye!